Тверь принимает национальный музыкальный проект «Студвесна авторы». Он объединил коллективы и певцов из 40 регионов России. Исполнители, прошедшие заочный этап, выступили со своими композициями. Тему продолжит Наталья Чекет. Самая творческая и талантливая молодежь съехалась в столицу Верхневолжья, чтобы выступить со своими авторскими композициями. Жюри предстоял сложный выбор. Из почти 30 нужно выбрать 11 конкурсантов, которые станут финалистами. 12 участника финала выбирали зрители путем голосования. Принять участие в конкурсе приехали студенты из разных уголков нашей страны. Так, Евгений Кафанов преодолел несколько часовых поясов и тысячи километров, чтобы исполнить свою авторскую песню. Песня о том, как тяжело находиться без человека, которого потерял. Авторская песня «Аномалия» про чувства. Одним из организаторов конкурса выступил Тверской государственный технический университет. Хоть это и технический вуз, однако в нем обучается много талантливой и творческой молодежи. «Студенческая весна» – это самый известный, самый популярный, самый любимый фестиваль наших активных студентов. Во-вторых, в нашем вузе есть активные творческие ребята, которые сочиняют собственную музыку. И они прошли в очный отбор, в очный полуфинал, что очень приятно. В столице Верхневолжья участников ждут репетиции и мастер-классы от опытных педагогов и представители творческой индустрии. При этом многие ликбезы будут открытыми. Их могут посетить не только конкурсанты, но и все желающие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, намеревающиеся связать свою жизнь с музыкой. Вы знаете, когда объявлен был конкурс, то была такая вначале мертвая тишина, и мы даже переживали, что неужели среди студентов нет вот действительно талантливых авторов. А потом просто был поток, 90 слушали песни, только 28 взяли в полуфинал, и они приехали сюда, в Тверь. Помимо определения лучшей авторской песни, конкурсная программа предусматривает награждение победителей в нескольких номинациях. Лучшая песня, лучшая музыка, лучшая аранжировка, лучший исполнитель и лучший автор текста. Шанс побороться за награды имеют не только участники очного этапа проекта, но и те, кто не смог отобраться на решающую битву в Тверь, однако при этом предоставил сильный в одном из компонентов конкурсный материал. А финалисты «Студвесны авторы» выступят на сцене Тверского цирка 11 декабря.